Песок вместо снега, а пуховики сменили на футболки и шорты. Химках стартовал второй фестиваль спорта среди семейных команд стран СНГ. Больше 150 человек вышли на старт, чтобы побороться за звание самой спортивной семьи. Беличье колесо, водный биатлон, змейка, точный гол, кубическая гусеница, футбольный гольф. Так выглядит первый этап соревнований – эстафета. Здесь участники должны проявить не только скорость и ловкость, но и смекалку. Участие в соревнованиях принимают семьи из России, Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины и Узбекистана. На старте и команда городского округа Химки. Это весело, это интересно. Есть возможность познакомиться с другими семьями, пообщаться, держать контакты. Да? Второй год мы участвуем с городом Королевым, и мы с ними общаемся, хорошо дружим. Да. В общем-то, весело, интересно. Вы на какой результат рассчитываете? Победить? Только на победу, да. На праздник спорта также приехали представители администрации городского округа, депутаты, спортсмены и болельщики. К нам приезжают гости из наших дружественных стран. Это ведется начало соревнования в каждой стране отдельно. То есть определяются лучшие семьи, которые живут спортом, которые увлекаются спортом. И вот второй год подряд мы это проводим. Состязания пройдут в два этапа. Сначала в Химках, после в Долгопрудном. Там же и определят победителей и призеров второго фестиваля спорта среди семей из стран СНГ. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.